Приднестровцы привыкли к покупкам онлайн и безналичному расчету. Кинотеатр «Тирасполя» за 5 дней работы продал онлайн 500 билетов. По удаленке купили каждый 3-й билет. Зелененький – это все куплено через интернет. Темненьким – это куплено через кассу. Когда люди видят, что идет большая наполняемость зала, они не ждут, чтобы идти в кассу. Они сразу через интернет, так и быстрее и удобнее. Наталья показывает купленные места на вечерний сеанс. Фильм «Последний богатырь» спустя 5 дней все еще собирает полный, насколько разрешают правила залы. Почти половину билетов купили онлайн, не через кассу. В кинотеатре говорят, это такое же важное правило безопасности, как и дистанция. Кинотеатры, мы знаем, что они там рассаживают через одного, если это не одна семья. То есть пытаются как-то разрядить зрителей по залу. Касса – это тоже место скопления. И покупать через ресурс билет ПМР – это безопасно, это удобно, потому что можно выбрать спокойно, без того, чтобы кто-то тебе дышал в затылок. В платежных терминалах Агропромбанка пока можно купить билеты только в столичный кинотеатр. Окошко Бендерского не активно. Выбираем фильм, на который хотим пойти. Дату удобно бронировать наперед и места. Помните, что рядом могут сидеть только члены семьи. И все, билет ваш. Мы, опять же, призываем все кинотеатры, не только кинотеатры, мы призываем все учреждения, которые вот работают в этом сегменте, кино, развлечения, места сбора людей. Мы призываем к сотрудничеству. Это удобно для ваших клиентов. Они вам будут за это благодарны. Очень удобно, кто живет в Днестровске, далеко. Они покупают по интернету, приезжают к нам уже с готовыми билетами. На вечерний сеанс больше идет интернета. Утром, если приходят детки, они покупают за наличку. Хотя часто вот на выходные родители им через интернет покупают. А еще в кинотеатре «Тирасполь» по просьбе посетителей появился бесконтактный платеж. Заплатить за билеты можно и картой «Клевер». Если на выходные вы планируете пойти в кино, лучше покупайте билеты заранее. Места в залах ограничены. Регина Васильчук и Александр Зелинский. ТСВ.